Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас закончился турнир. Ну что же, я остался в Лиге Мастеров 3 звезды. Поэтому наши платиновые осколки все будут в полном объеме. 75 штук. Так, заданий ежедневных у нас нет, потому что мы их прошли буквально 2 часа назад. Так, турнирная арена, а испытания какие у нас будут? Так, учитель Сплинтер. Ну, как по мне, ребята, это такой персонаж, чтобы ради него там что-то выпендриваться, стараться выполнять. Нет, он так у вас накопится. Ну что, а у меня остается лишь турнирная арена. Ну что, поехали? Давай найдем 11-11. Да ладно, вы хотите сказать, что... Что, нет такого? Вот, что вы мне тут свистунка заливаете? Все у нас есть, все у нас прекрасно есть и будет. Погнали. Да, скрестим пальчики для того, чтобы я попробовал пройти, ребята, в Лигу Мастеров. Попасть сразу же, с одной заходки. Это было, конечно, круто, но маловероятно. Но будем надеяться. Если, опять же, ребята не подведут нас вот эти вот очки. Все многое зависит от них. О, 11-12. Оно и хорошо, ребята. Раз, два, три. Так, бросим баллон. И вот так вот. А может быть, ребята, очки начисляются больше, когда ты, например, с одного удара уничтожаешь всех? Может быть, от этого больше идет баллов? Так, 11-12 у нас уже было. Нам на... Вот. 12-13. И уже 4 бойца. Раз, два, три, 4. Прекрасно. Ну, давай сделаем, наверное, вот так вот. Фляжечку бросим. Фляжечку бросил и сразу всех, извините, меня наказал. Ну, вот мы уже и в элиту перебрались. Ровно 100 ступенек пролетели. Так, 12-13 было, нам нужно 12-14. Раз, два, три, 4. Все, отлично. Есть массовые атаки у нас. Есть. Так, ну вначале генем вот это вот. Дальше ультразвук. Напит, получи, как говорится, валенком по башке. Ну и прекрасно, даже урона нам не нанесли, они даже сделать ход не успели. Итак, элита, 2 звезды. И опять же, нет, ребят, не 100 ступенек. Так, 13-15. Слушай, шикарно идем. Главное не сглазить. Раз, два, три, 4, 5. Попробуем. Вот они, голодранцы, супостаты. Да ладно, Мондагека не смог уничтожить. Что за фигня? Так, а Эйприл? Есть. Ой, не то нажал, ребят, хотел. Блин, да какой хил. Я хотел ускорение на самом деле сделать. Зачем-то хил поставил. Они не могут попасть по нам. Вообще не могут, прикинь. Все их удары были мимо. Так, еще и замедлили. Есть. Ну, прикольно. Прикольно здесь получилось. Они даже не попали по нам. Да ладно, перешли. В элиту 3 звезды. Значит так, 13-16. Вот что нам нужно. Раз, два, три, 4, 5. 13-16. У них 36 уровень, у нас 56. На 20 уровней разница. Так, для начала дебаф. И поехали. Так, оглушение. Попробуем сейчас понизить еще атаку им. Так, Кирвиса надо валить, потому что он будет хилять. Это однозначно. И теперь вот так вот по масухе. Есть!
Ну что же, очень даже круто. Так, 23-я позиция, ребят. 23-я позиция, и ищем. Ну, 13-16, да, мы остановились. Ну, видимо, нам придется продолжать на 13-16, пока мы не перейдем на следующий раунд. Пока мы не перейдем на следующий ранг, нам никак не повысить. Ну что, поехали. Начнем с массовых, как всегда. По стандарту. Допустим, плюс бомбочка от Майки идет в путь. И добиваем всех вот этим вот дроном. Или кораблем космическим. Все. И сейчас посмотрим, куда мы перейдем. Элита. Так, Лига самураев, ребята, у нас уже 55-я позиция. 13-16 у нас было, нам нужно сколько? 14-17 получается, да? Угу. 41-38. Они потихоньку-потихоньку нас все-таки, я смотрю, догоняют по уровню. Ну, я думаю, все-таки не догонят, надеюсь. Не сравняемся мы, хотя такой шанс может быть. Так, лупанул. Ах ты, Майки, жук навозный. То, что мы отняли, то он и отхилял. А ну-ка, давай-ка так. Крутенько. И холодильничком добьем. Ловите, ребята. Кушать подано, да? Слушай, ну прикольно. Тут мы их быстренько разворотили. Так, самурай 2 звезды. Вот 88-я позиция не совсем мне нравится. Так, мне нужно что получается? 14-17 это у нас было. По идее надо 14-18, но как обычно не дадут. Есть, далее, ребята. Далее нам 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. 44-й уровень уже у врагов-то. 44-й уровень. Так, Шередер похихикал. Айси-гранату. Ух, шикарно гранатка сработала. То есть граната, получается, от бибопчика, она массовая, да? Получается так. Ну, тут понятно, тут мы не пришли, потому что, ребят, мы не на следующий... Ой, 14-18 было. Мы на следующий ранг не перепрыгнули, поэтому они как бы нас тут и задерживают из-за этого. Тут все зависит от ранга еще, понимаешь? Чем выше ранг, тем больше кубков. Ну, давай сделаем так, наверное. Поехали. Ага, постепенно урон повесили. Ну, давай сделаем. Добьем его ведь, я думаю. Ага, добили. Так, иммунку вешает на себя. А если я вот так, например? И еще вот так. Че ты лезешь-то, Брэдфорд? На моем шинигами свои потные, грязные, вонючие руки поднимаешь. Шинигами, давай-ка мы ему, наверное, отомстим сейчас. Или что? Или мутагеноид за тебя отомстит? Давай его напугаем. Онни запустим. Готов. Будет знать, как нападать. Так, ну что, поехали далее. Так, самурай 3 звезды. 74-е место. 14-18 у нас было. Ну, по идее, надо 15-19. Вот оно. Он переходит на 50-й ранг, а мы с тобой переходим на 60-й. То есть здесь разница в уровне всего лишь.
Это не очень большая, кстати, разница. Это не очень большая. Но я попробую сейчас, ребята, одолеть их. Куда ты прыгаешь? Куда ты прыгаешь? Ну-ка. Психотерапию эту. Слабовато еще, ребят. Слабовато. Тут вообще не попало. Давай хотя бы этого хламона. Шередур по барабану. Он пробивает любые уклоняшки, да? Просто с левой, с правой ногой под живот. Потом хуком добивает. Точнее, перкотом. Что-то как-то медленно у нас пошел прогресс, друзья. Пошел процесс медленнее. Мы уже на 70-х уровнях, блин. Еще даже в Лиге Сёгунов-то не были. Даже не понюхали ее. Вот такая вот фигня. Ладно. Попробуем как-то, я не знаю, как-то реабилитироваться, что ли. Но сейчас-то мы должны же будем перейти. Ну. Так, ребята, Лига Сёгунов. 76-я позиция. Нет, давай-ка мне уже 15-20, пора бы. Я заслужил кровью и потом, ребята, 15-20. Не надо мне 15-19 свои всовывать. Вот вы хламонищи, а. Вот вы подставляльщики, а. Жуки вы навозные. Вы меня нервируете. Прикинь, они уперлись и не хотят. Ну, кто из нас будет упертый? Давай попробуем попробуем все-таки их дожать, ребят. Я не отступлю. Я буду ролить тут до посинения. Я все равно выбью из них 15-20. Но не может быть это пределом 15-20 на этом ранге. Не может быть. Давай мне 15-20. Не хочет, окей? Он может дать либо меньше тебе, либо 15-19. 15-20. Не, друзья, ну за столько попыток уже должно было пророллиться, если бы оно вот здесь было. Ну, как ты считаешь? Ну, вот смотри, вон, уже сколько попыток у нас? Попыток, наверное, 30-40 точно было. И нифига. Не дают. Ладно, давай еще 5 разочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Не, ребят, ни в какую не хотят. Что ж, придется тогда соглашаться. Ну не дают они, я что могу сделать? Видимо, у них там блок стоит. На ранг. Не может дальше перейти, если там не положено, например. Прекрасно. Ну-ка. Какое место? 30-е. А сейчас? Да что, неужели опять не дадут? Есть. Не, мне кажется, можно было бы там все-таки выбить, ребят. Но это очень долго пришлось бы, наверное, мутузиться. Так, ну что, поехали. Шреддер минус. Кричим. Проникающий в живот. Бомбы. Клешни. Точнее, щупальцы. Все. Никаких, ребят, проблем не было. Ну, Сёгун 2 звездочки, ребят. А бойцов-то все мало. Все меньше. Так, ну-ка. Я хочу попробовать найти 16-21.
Но не дают. Опять та же самая проблема. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, четыре. Ну тут-то мы перейдем с тобой в лигу. Как это? В лигу Сёгунов две звездочки после этого поединка, по идее, должны. Ну-ка, вали этого супостата. Прекрасно. Ну, и... Сорок пятое место. 16-20. 45 место. Блин, ребята, у меня бойцов мало остается. Раз, два, три, четыре, пять. И получается еще один поединок всего лишь. Да ну, не получится. Это вот сейчас мы перейдем с тобой в лигу Сёгунов 3 звезды. Позиция где-то будет 80-е, там 70-е, это максимум. И нам нужно будет еще два поединка. А у меня бойцов осталось, по-моему, на один бой. Так что не вариант получается. Чего? Ты прикинь? Вот это жмоты. Вот это жмоты, ребята. Они просто взяли мне и запороли все. Они меня не перекинули. Прикинь? Чмошники просто взяли меня и не перекинули на следующий ранг. Я в шоке. Они специально мне дали там всего лишь 40 ступенек пропрыгнуть вместо 70 положенных. Утырки несчастные. Ну, жополизы, блин. Спасибо. Это просто, ребята, подло было от игры. Хотя, ты знаешь, уже столько было подлостей от нее за все это время, что я уже ничему не удивляюсь. Я просто ничему не удивляюсь. То они кубки зажимают, то они просто-напросто нам не дают нормально поиграть. То просто занижает наши награды. Вот и все. Да, вот такие вот они утырки, друзья мои. Знаете их в лицо. Лудия утырки, вот так вот. Понятное дело, что тут сделаешь. Да, ребят, вот такой вот мне сегодня сделали они облом. Наглый причем. Даже повысил уровень. Ну что, друзья мои, вот такой вот у нас был сегодня буст. Я тебе скажу сразу, не самый лучший. Вообще даже не очень лучший. Но сделать я, к сожалению, здесь ничего не могу. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.